Тысячи поклонников творчества Льва Толстого собрались в эти дни в его усадьбе в Ясной Поляне, где проходит театральный фестиваль, посвященный писателю. Сразу на нескольких площадках пройдут спектакли, лекции, публичные дискуссии. Открылся фестиваль отрывками из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». Свободных мест не было, и даже зарядивший дождь не смог испортить атмосферу праздника. Здесь собрались сегодня наши гости, наши люди, которые любят, ценят творчество Льва Николаевича Толстого. И мы гордимся тем, что второй год подряд мы проводим Толстой уикенд, и это становится доброй, хорошей традицией для нас с вами. Наш фестиваль стал значительно шире. В этом году у нас работает 5 площадок. Мы показываем театральные постановки городов не только столичных, Москвы и Петербурга, но к нам приезжают Тольятти, Нижний Новгород. И что особенно для меня важно, то, что приезжает Севастопольский академический театр и привозит свою Анну Каренину.